Скажи, это твое первое участие в конкурсе? Нет. Я участвовала в конкурсе красоты в Старомосколе «Мисс Осколок». Какие у тебя увлечения и хобби? У меня увлечения, я занимаюсь танцами, диджеингом. Вот, диджеингом занимаюсь на протяжении 3 лет уже. Сейчас окончила академию диджеинга, вот. Почему ты пришла в конкурс «Мисс в ритме города»? Ну, хочу получить эмоции, потому что конкурс красоты – это весело. Всегда девочки соревнуются, борьба вот эта вот. Я, ну, люблю в этом поучаствовать. Как бы, ну, не знаю, хочется выиграть.